чтобы восстановить свои утраченные ресурсы. Окей, я понял. Цель ясна. Так что мы постараемся в этом городе Ленинграде найти хотя бы 15 изолент. Возможно. Так, факел у нас закончился, ребята. И видите, без фонарика мы никак не сможем обыскать. То есть без факела. Давайте встанем в одну позицию и спокойно наш приятель их просто перебьет всех. Отлично, ребят. Он справился. Спасибо тебе, приятель. Давайте разломаем два мебели и создадим себе 10 факелов. На топливо не жалко, потому что мототележка достаточно мало тратит топлива. Вещмешок. Нам повезло то, что у нас два мешка, один в лагере, чтоб не тратить. Так, это все восстановим. Давайте посмотрим. А если его пожарить? Да, ребята. Так вы получаете череп-паразит, а если вы пожарите, вы не получаете червя-паразита. Но получаете радиацию. В принципе, это не страшно, ребята. Ой, хорошее обновление вышло. И даже можно кормить свою ворона жареным радиоактивным мясом. Так, сахар, надеюсь, выпадет. Да, выпал. Отлично, ребята. Да, в каждом доме есть велосипед. Это меня радует. Да, серия что-то долгое. Вот из-за этого я говорю, одна серия не получится. Так, давайте посмотрим ролик и продолжим. Ребята, мы посмотрели рекламу, давайте посмотрим, что нам выпало крутое. Надеюсь, что-то ценное. Крышки. Неплохо. Главное потихоньку их копить, и у вас наберется достаточно крышек, чтобы купить хотя бы, например, топливо. Так, мы получили новую способность. Сейчас мы это все разберем, ребята. Так, 11 запчастей мотоцикла. А нам нужно 15. О, у Стеши есть. Так, убегаем. Ребята, мы заранее их забираем, чтобы потом не было проблем в поисках. Так, 15, значит. Сейчас 4 выкинем. Все отлично, 15 деталей. Это все забираем. Так, топливо и разбираем ЗАЗ. Блин, ролик действительно большой. Извиняюсь, ребята, если вам будет скучно смотреть. Я постарался. Так. Давайте стратегия 1, максимум очков.
Так, все это принимаем. Сколько у нас прочности? Костюм кемзащиты 67, а транспорт 52. Нормально таки. Главное не забывать их вовремя ремонтировать. Пока что нет нужды, потому что у них больше половины процента прочности. А так, если вы будете каждый раз тратить ресурсы, у вас ничего не останется. Блин, мне надо еще 15 изолент. В принципе, я восстановлю свои истраченные ресурсы. Так, съедаем. Секунды, ребята. Да, порой иногда игра зависает, если долго сидеть. Сейчас, секунду. Блин, а сейчас возникла ошибка, то, что мой персонаж не может ходить. Да, иногда, когда вы долго играете в эту игру, у вас иногда случаются такие баги. Возможно, это связано с тем, что много игроков играет. А, сейчас мало. 258. Обычно много бывает. Блин, как 73% из ленты не выпало. Плохо, ребята. Так, практически уже никто не играет. Так, давайте нашего ворона поставим посередине, пускай на него идет вся атака. Блин. Бандитский пес. Блин, не углядел 53% уже. Так, получается, мне еще надо 25 изоленты, чтобы пополнить свои истраченные ресурсы. Так, плохо, ребята, плохо. Так. О, фонарик. Не выпал. Вот, давай помоги мне, игрок Тирамису. Надеюсь, ты справишься. А мы идем к выходу, ребята. И куда он кинул? И зачем, главное? Фиг знает. Так. Нет, не буду стрелять. Ой, мне повезло, ребята. Просто повезло, ребята. Ребята, мы убегаем. С ними находиться опасно. Так, он убивает одну. И надо, чтобы он... Да, еще одну замочил. И все, в принципе, мы убегаем, ребята. Мы здесь не связаны, так что... Блин, опасно на самом деле. Но мы его добиваем. Спасибо Тирамису. Игрок Тирамису. Ты нам помог. Так, ребята, главное собирать много костей. Если видите, что с вами игрок, идите с ними в атаку. А если нет никого, так что не идите в атаку. Это того не стоит. По весу посмотрим. Так, мне нравится такое выживание. Уже ролик час идет. Ну, ребята, давайте залутаем вот это хотя бы аптеку. И пора заканчивать. Ребята, я надеюсь, вам ролик понравился. Надеюсь, вы посмотрите. С вами был Сталгидей. Давайте наберется
5 лайков и выйти продолжение. Я надеюсь, вам очень понравилось. Поставьте лайки и пишите комментарии. Всем удачи и всем пока.